Привет, друзья! Со мной Александр Лыков, и у меня небольшое видео про то, какое новое цевьё от нашего партнера, от компании Custom Guns мы получили. Custom Guns помогает нашей команде. Вот мне было подарено вот такое цевьё отличное, которое работает, сделано из карбона. И Саша это цевьё, точно такое же цевьё. Сначала бил, топтал, бил по нему камнями, и потом в итоге расстрелял. 34 грамм. Сегодня мы расстреляем вот это цевьё и посмотрим, как оно держит пулю и дробь. Зачем ты его хочешь расстреливать? Не надо. Мне надо знать. Саш, расскажи, пожалуйста, про то, как ты это цевьё ставил и как оно тебе нравится, не нравится. Новое цевьё от Custom Guns очень понравилось его установкой. Заняла она примерно минут 20-25. Нужно было два шестигранника и отвертка, чтобы открутить вот эту гаечку, которая держит горловину. Отверточкой открутил вот эту гаечку неудобную, но она откручивается вполне нормально. Ставится закладная. На закладной прикручивается оковочка, закрепляется двумя шестигранниками. Надевается цевьё, затягивается здесь двумя с этой стороны, двумя с этой стороны и одним шестигранником в штатное крепежное место штатного цевья. Чем понравилось цевьё? Оно отцентровано относительно самого ствола. Если вы хотите купить такое цевьё или любые другие элементы тюнинга, то вы можете получить скидку, если введете код Practical Shooting на сайте Custom Guns.